основанный на блядской мифологии, традициях, Библии. Бред! Лучше поговорим об очередном придурке. ИГИЛ развивает и предлагает промышленные технологии. Сварка взрывом, детонационное напыление, взрывные камеры для промышленных технологий, импульсные газодетонационные аппараты, технология и промышленное производство детонационных наноалмазов. Октябрь, 13-17. В Новосибирске прошла Всероссийская школа-семинар по современным проблемам механики деформируемого твердого тела, организованная ИГИЛ. В ИГИЛ разработана технология изготовления цельных металлических изделий любой сложной формы, в частности крыльев самолетов с их изгибистой поверхностью. Раньше крылья лайнеров сначала штамповали из дюралюминия, а затем их сваривали. Ученые предложили изгибать крыло, медленно воздействуя на него сразу в четырех направлениях. В результате поверхность металла приобретает заданную форму. Ученые ИГИЛ изобрели способ, с помощью которого можно наносить на любую поверхность тефлон. Сначала с помощью детонационной пушки на тефлон наносится слой расплавленного металла. После такой покраски он может приклеиваться к любой поверхности. Такое покрытие обладает самой высокой в мире скользкостью. Оно позволяет уменьшить силу трещин и продлить срок службы деталей.